Турнир по настольному теннису среди предпринимателей, руководителей предприятий и ветеранов спорта состоялся в субботу в спортивно-оздоровительном центре отдела образования. Мероприятие собрало 25 участников, которые состязались в трех номинациях. Остается порадоваться за данный спортивный вид, который отличается завидным долголетием и, как полвека назад, сегодня также собирает полные залы. В номинации «Ветераны» первое место заняла спортсменка клуба любителей бега, самая старшая по возрасту участница Антонина Копысова. Ей 78 лет. Можно лишь порадоваться, что в таком возрасте женщина сохраняет отличную спортивную форму. Ее супруг Владимир Копысов в этой же номинации занял третье место, а серебро досталось Ивану Карпенко. В другой номинации 50 лет и старше места распределились следующим образом. Первое место занял Леонид Башмаков, на втором месте Григорий Данугалов, на третьем Григорий Корчагин. Самой многочисленной была номинация «Сильнейший». Здесь лучшим был признан Николай Кравец, на втором месте Михаил Бургач, на третьем Алена Чеботаева. Остается добавить, что организатором соревнований выступила городская федерация настольного тенниса, которую возглавляет Юрий Волонтир, а судейская бригада была укомплектована тренерами соцгарао. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».